в характере, есть перемены в природе твоей. А природу не увидеть по поведению. Она относится к смыслу жизни, твоему мировоззрению, твоей сути, что в глубине души сокрыта. Как бы все вокруг не менялось, даже если перевернется мир вверх дном, если истина тебя направляет и внутри тебя укоренилась давно, и руководит тобой Божье слово, направляя твою жизнь и предпочтения, значит, вправду ты преобразишься. Значит, вправду ты преобразишься. Испытавших Божий труд и всецело вошедших в истину, тех, кто поменяет свои ценности и взгляды и на мир посмотрит Божьими глазами, тех, кто сможет подчинить и посвятить себя Богу, ждут перемены в характере. А для тех, кто истину не принимает, перемен такой направляет и внутри тебя укоренилась давно, и руководит тобой Божье слово, направляя твою жизнь и предпочтения, значит, вправду ты преобразишься. Значит, вправду ты преобразишься. Thank you.